Житель Лирика Гурбан Фазиев, по профессии художник-дизайнер рекламы, вот уже 14 лет создает интересные работы из ракушек и камней. Его первая работа – это созданный для центра отдыха большой водопад, сложенный из словно переплетающихся речных камней. Он также лепит из глины различные памятники, водопады, фигурки животных. Гурбан Фазиев говорит, что сначала он отливает макет своей будущей работы, затем наносит железную сетку или цемент, на которых закрепляет камни или ракушки. Работы мастера уникальны и неповторимы. Уже 4 года он собирает на берегу Каспия ракушки и создает из них свои произведения. Фигурлар işledim, hayvan фигурлары ve kuş, tovuz kuşu фигурлары var orada. Evvelce kalıp düzeldirem, sonra kalıpleri bu için doldurup hamarlıyorum. Ondan sonra kuruyandan sonra da üstüne balıklar uçuyorum. Его работа требует огромного терпения. Все ракушки нужно закреплять так, чтобы не нарушался общий порядок, и чтобы они не выпадали. Сейчас мастер работает над русалкой и ее гротом, используя разноцветные ракушки. Художник признался, что для этой работы ему понадобилось 50 мешков ракушек. Желаем творческих успехов мастеру. Балоглава дешевая, ерика, нахшлана, стула, стула, хомси. Ты балоглава шила, да, на башка ранга. Инсан ахвал уяс не гора, эле иш олур тез баша гали, эле иш олур гез баша гали, да, даже айларнан, даже бириле гели, эле ишлар. Burada işte bir ile yakın, da, tam bir yıl oldu. Hariciler var, turistler geldi, harici turistler. Daha cazip edilirler. Çok maraqlanırlar. İş təklif edən də olub, bu yer oldu. Ərəbistandan gələnlər istədi, balıqlar işi təklif elədilər.